Так, привет, Боржиха. Это я, Железов, старый морж на пенсии. Сколько градусов там? Так, перед нами клуб моржей. Вот, мне сейчас только моя супружица, знаете, что сказала? Вот, не снимай вот этот второй сюжет, а то правда подумаешь, что у нас тепло в Сибири. А я всегда удивлялся, это второй сюжет, как у нас любят старое, привычное, обычное. Вот, никто не хочет что-то нового, потому что тогда придется перестраиваться, придется начинать фактически с нуля. Я про садовство говорю. Все надо начинать с нуля. Или нет садов, или все искалечено. И вся агротехника узаконена. 40 обработок ядохимикатами. Вот. И мы только об этом с Ириной Александровной Савиньевич говорили по телефону. И пришли к такому мнению, что наше направление семенное подвое, которая обеспечит морозостойкость. Этот мороз, вот он, от 30 до 40 у нас каждую зиму, редко бывает и за 40. Я имею в виду свой участок, который является эталоном. Вот, уничтожается, не так, угнетаются немножко грибы, хотя они наши союзники, я считаю, раз. Насекомые до минимума. Так. Вот когда смотришь на такую девушку, вон она, не хочется вам. Ничего, что я вас снимаю. О, помашите рукой жителям России. Так, отвлекся. Вот. И получается, что оптимум это не климат Южной России, а оптимум это климат Южной Сибири. Так? Но при условии того, что взять на вооружение все то, что создано нами, жителями Хакасии, которые создали здесь феноменальные уголок природы, яблоки, груши, абрикосы, сливы, вишни, вот, но на этом пока все, а надо это сделать нормой, надо это сделать обычным делом, отказаться от жесточайшей, страшной, злобной агротехники по уничтожению почвы, все, что в ней находится, части деревьев и многое-многое еще. Все, меня уже зовут, вот, потому что на такой морозе можно и замерзнуть. До свидания, друзья.